Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Добро пожаловать в Ниндзя Черепашки и Безумие Мутантов. Так, мы с тобой получаем призы. Я с радостью забираю. Ага, сплинтер, там все дела. Нет, спасибо большое, я пока обойдусь. И первым, что я, наверное, хочу сделать, это, ребят, сразу же удвоить награды. Так, что это у нас тут? Черепашки убегают от каких-то пришельцев. Их схватили. И, ну, как всегда, ребят, ну, кто может противостоять черепашкам? Да никто. А мы смотрим. Так, ну что, посмотрели, да? На 4 часа у нас с вами бонус этот работает. Так, что у нас там по героям? Я могу кому-то прокачать уровень? Или что вы хотите сказать? Да, могу прокачать, потому что получил немножко наград. И помимо этого я могу еще... Ага, экипировать. Тренировка, ну ладно, давай, Мона Лиза, тренируйся. Ну что, друзья мои, а мы отправляемся с вами на очередной бой. Поехали. Все, как говорится, у меня в сборе. Все готовы. Многие пишут в комментариях: Рэй, как пройти тот или иной уровень? Я посмотрел, я еще, правда, до этих уровней не дошел. Поэтому, друзья мои, что у нас тут творится? Ага. Пока все хорошо, ребят, пока все хорошо. Бибопчик там получает звездюлик. Так, панки эти сейчас погибнут. Воу-воу-воу-воу. Ты видел, как мы хорошо начали массовыми атаками бомбить их? Замечательно. Ну что, давай переходим сразу на следующую битву. Опять бибоп, панки. Battle begin. Поехали. Ну, тут бибоп чем опасен, друзья мои? Он бросает гранату. Что не есть хорошо, потому что это массовая атака. Панки, я смотрю, особо здесь ничего не... Опа, ты смотри, что он собирается делать. Ударить. Ударил в прыжке. И, скорее всего, Мона Лиза погибнет у меня, да? Или выживет? Слушай-ка, выжила. Найс. У меня все выжили, друзья мои. Так, ну что, следующая битва. Ага, здесь уже Рокстеди. Ну-ка. Блин, Рокстеди из-под тишка. Вот смотри, пока мы там занимаемся этим панком, бандосом, да? Рокстеди бомбит. Так, ну, Лео хотя бы здесь помог нам. Давайте, друзья мои, бомбите массовыми атаками. Ну что, теперь он остался один. Конечно, мы его сейчас всей кучей должны... Куда он бежит? Куда бежит? В кого бежит? Ай-яй-яй-яй-яй, Донателло, друзья мои, погиб. Чуть-чуть ему не хватило, да? Ну ладно. Так, следующая битва. Два кланфутовца и три бандита. А что они делают, я не могу понять. Бросают что-то, звездочки, что ли, сюрикены? Блин, опять у меня. Ну, на этот раз Леонардо и Донни. Ну почему Донателло такой слабый, а, ребят? Наверное, надо его прокачать. Ну, куда не годится. Смотри, у него всегда меньше всех здоровья. Хотя пляшет он круче всех. Слушай, дай-ка я, наверное, все-таки пойду и прокачаю его маленько. Так уже не может дальше продолжаться. Так, а что это у нас тут такое, ребята? Мы можем с вами получить ревард. А, окей, забираем, конечно же. Так, а тут у нас что-нибудь накопилось, нет? Нет, пока ничего не накопилось, ребят. Так, а чемоданчик там почему-то прыгает. Ну-ка. Оу. Слушай, мы можем с тобой здесь... Угу. Супер Ирма. Она у нас... Была. Да-да, была. Так, что мы можем с тобой сделать? Мы можем вот здесь вот глянуть, что-то прыгает. Так, бесплатно. УЗИ. То есть, ну, мутаген мы с тобой получили. Ага, 2,5. А вот это вот интересно, что это за бокс такой? Гарантирует двухзвездочного скарга. Ого. А где вот эти вот штуки набивать? Если бы я знал бы, я, конечно, бы, ребята, этот бы сундучок с превеликим удовольствием бы открыл. Так, что-то у нас там в менюхе. Что это у нас там на почту пришло? Оу.
А за что этот ревард ребята мне дали? Кто-нибудь в курсе? Так, ладно, Донателло, хорош дурковать, надо тебя прокачивать. Ты что-то уж как-то, ну уж слишком ватненький. Надеюсь, это хоть как-то... Ага. Вот смотри, мы с тобой надели все. Ну, я не могу это, да, как-то объединить или еще что-нибудь в этом роде. Не могу. Только могу снять и одеть обратно. И все. Немножко, конечно, как-то грустновато. Я думал, знаешь, как во многих играх, ты набираешь здесь все, потом хомана и усиляешь. А здесь почему-то все не так. Насчет сплинтера, да? Даже, по-моему, Слава говорил, что сплинтер хорош, если его прокачать. Но он тоже им не пользуется, он тоже ему не нравится. Ну, Слава, я имею в виду, то есть не Слава, а Илья. Я имею в виду, который ведет канал Игробум. Вот именно он сказал, что сплинтер вроде бы тоже не особо хорошо заходит. Ну, ему и мне так точно. А если его прокачать, то он будет, говорят, неплохо хилять. Ну вот, честно говоря, что-то вот нет желания мне этим заниматься. Так, ну что, друзья мои, давайте-ка мы пойдем дальше, да? Проходить. У нас с тобой приключение 5-10. Поехали. Немножко Дони прокачали. Так, и у нас здесь с тобой Бибоп, как мы видим. Ну, естественно, вырос. Естественно, он крутыш. Но мы-то круче, согласись. Надеюсь. О, тут еще и Рокстеди с ним. Так, Рафик, красавчик. Блин, Леонардо теперь что-то хандрит. Ой-ой-ой-ой-ой, сейчас... Блин, сейчас Леонардо погибнет. Блин, он уже отдуплился, ребята. Донни. Донни мстит за брата. Так, тут Рок... Твою ж налево, Мона Лиза погибла. Давай, Ирма. Друзья мои, это что это? Это что такое? Что за фокусы? Я не понял. Так, что у нас тут опять какие-то награды? Забираем. Конечно, обязательно забираем, ребята. Слушай, а как же мне тогда победить? Как же мне победить, а, друзья мои? Как вот эти вот ивенты тоже проходить, я вот не могу понять. Ранг 2-5. Так, может быть, что-то здесь у нас с тобой есть? А, мы можем еще получить с вами одного героя. И это Эйприл. Воу. А Эйприл у меня не было. И что же она, интересно, делает? Двухзвездочная. Что она делает? Через 1 минуту 15 секунд будет свободен, ребята, ящик. Так, где же ты? Где же ты, моя Эйприл? Смотрим. Что-то я не пойму, что она делает, ребята. Не врублюсь. Экипировочка. Ну, согласись, ее брать третьим уровнем к себе в команду как-то... опасно. Давай еще раз попробуем, блин. Но мы не можем с тобой справиться с этим кабаном. Понимаешь, не хватает нам мощей. Как ни странно, блин. Леонардо очень быстро, ребят, погибает почему-то. Видишь, он уничтожает. Но если бы он наносил бы этот урон по кабану, было бы намного лучше. Видишь, опять он в зоне... А, вот сейчас он хорошо сделал, ребят. Сейчас именно по Бибопу был урон. Но видишь, тут еще и Рокстеди мешается. Очень сильно она мешает. Блин, сейчас и Рафаэльчик погибнет, да? А у кабана сколько? Ну, в принципе, не очень много здоровья. Так, Бибоп готов уже, ребята, отключиться. Там, в принципе, и Рокстеди уже... А, все. Все, победа будет за нами, ребята. Четко. Все очень четко было сработано. Блин, ну напряжно, напряжно. Так, с этими охламонами, я думаю, мы справимся. Тем более, смотри, ребята, они по мощам нас превосходят. Не, конечно, не очень большой, как тебе сказать, отрыв. Ну и промежуток, да, между вот там в 200 всего лишь. В 200 мощей.
Ну, я чувствую, что как проседают у меня черепашки. Особенно, вот, опять же, Донателло. Блин. Надо прокачивать, ребята, им по второму скиллу. Если у Леонардо есть уже два скилла, да? То у остальных, по-моему, нету. Так, здесь кто? Здесь Рокстеди. Поехали. И в то же время сидишь и думаешь, блин, а вот что если прокачать, например, того же Сплинтера, да? Или того же Бибопа. На всех как бы не хватит мутагена. Неохота просто как бы тратиться попусту. Ну, Лео красавчик. Я бы Лео, конечно, бы с удовольствием бы прокачал до 50 уровня. Там, по-моему, на 50 уровне, да, доступны новые скиллы. Так, ну что тут у нас? Бедный носорог. Мы его просто зажали. Донни, живи, пожалуйста, не падай. Есть, вся команда выжила. Отлично. Так, секундочку, дай-ка я выйду и загляну. О, что у нас тут? А, ну да, бесплатные награды. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Так, здесь мы с тобой прошли. Опа, награды получили. На 50 уровне же открывается, да, следующий скилл? Да, на 50. Ну ты прикинь, сколько мне нужно зарабатывать мутагена. Я вот думаю, может быть, Донни, давай хотя бы до 30-го, чтобы тебя докачаем, ага. Даже до 30-го не могу докачать, просто очень много нужно наград. Так, секунду. Так, Ирма. Давай тоже левел ей подымем. И Рафаэля можем только вот так вот. Слушай, а здесь что-то прибавляется, ребята. Уровень у них растет, кстати. Уровень растет. Я не знаю, как-то там плюсуется или что. Видишь, тут 15-й, 11-й уровень. 10-й, 8-й. Может быть, из-за того, что вот... Так, смотри, видишь, 8-й. Опа, стал 13-й. Все-таки повышается. Отлично. Отлично. А здесь-то я могу что-нибудь построить себе новенькое? Слушай, у нас это что такое? Это же Turbo Clash Battle. Это арена, что ли, у нас? Ну-ка, давай проверим. Правда, мне команда не нравится, которая у меня там стоит. Давай-ка я вот... Да господи, уберу я отсюда Бибопа и вот так вот. И поставлю наших красавцев. Поехали. Тин-тин-тин, такая возня. Сейчас посмотрим, кто круче. Слушай, ну, противник серьезный. Вау. Я боюсь, сейчас Ирма вражеская в ответку мне бомбанет, да? Так и есть, бомбанула. Слушай, ну мы порвем ее сейчас. Видишь? Она готова, хламонка. Тут Рокстеди, конечно, что-то тут вообще буянит, не по-детски. Давай, красавцы мои, бомбим ее. Его, точнее, блин. Да. Вот это я понимаю. Так, это дополнительная награда. Я пока, ребят, не буду. Будем скипать с вами. Слушай, а мы с вами повышаемся по рангу, оказывается. И у нас с тобой 5 дней и 8 часов на все, да? То есть вот этот портал у нас как бы активен. А ну-ка давай, поехали дальше. А почему здесь две машинки? Две волны, что ли, будет? Или что это? Блин, ну тут кожеголовый, Рокстеди. Тут одни боссы, считай, ребят. О, Ирму сейчас заколбасит. Леонардо был оглушен, блин. Трындец. Чё-то мне совсем это не нравится. А, правильно. Илюха говорил, что муха может станить. Да, я уже убедился в этом. Точно. Стан проходит, ребят. Я не могу понять, а это вражеский Рафаэль. Думаешь, что не так? Это вражеский Рафаэль, друзья. Блин. И что у меня тут? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бедная Мона Лиза.
Ее сейчас распетружат. Против Рокстеди ей не вариант драться. Слушай, может быть нам с тобой... Да, я проиграл. Слушай, может быть нам с тобой взять вместо Монолизы другого какого-то персонажа? Что скажешь по этому поводу, а? Если брать, то какого? Во-первых, нам нужно с тобой прокачать. На замен получается что-то. Давай посмотрим. Если я возьму... Знать бы, что Эйприл делает, а? Может быть, взять ее в команду? Ну, четвертый уровень, блин. Четвертый уровень. Нет, нам нужен мутаген. Нам с тобой нужен мутаген. И тем более, знаешь, в таких вот в глобальных масштабах. То есть не 1000, 2, 3, а 1020-40 мутагена. Тогда пойдут у нас с тобой дела. И на арене надо будет обязательно, ребята, выплясывать. Побеждать. Мы должны с тобой там прокачиваться, продвигаться. Я думаю, что там будут достойные награды. Так, слушай, тут не кисло мы им преподали урок. Смотри как. Вау. Все было четко сработано. Так, ну что, будем смотреть. Наверное, посмотрим. Так, ну что, награду получили. А если у нас появился мутаген, естественно, его нужно потратить. И потратим мы с тобой... Куда бы его лучше, а? На Рафаэля? Ладно, давай на Рафика. Слушай, 29 уровень уже. 29 уровень. Блин, хочется до 50-го. Просто вот, чтобы все были 50-го уровня. Ну что, давай-ка еще тогда, да, с тобой сделаем битву. Это у нас будет какая, 14-я получается? Заодно посмотрим, как мои красавцы справятся. Ага, здесь опять Рокстеди. Как же он меня достал, а? Отлично, давай, Раф, в спину ему. Ну, он сразу реагирует, да? Он сразу разворачивается. Окей. Блин, мне нравится Рафаэль. Вот своим вот этим вот пробивным ударом. Скользящим, так. Ай-яй-яй, Леонардо. Да, опять Леонардо погиб. Ну, потому что он всегда на передовой, ребят. Всегда, он очень сильно дамажит. И за это, как говорится, получает. Ага, босс. Босс, друзья мои, это, как всегда, панк-бластер. Блин, да что ж ты будешь делать? Тут опять Рокстеди. По мне, так лучше был бы Бибоп. С ним, как-то, мне кажется, попроще. Окей, предположим. Он еще отвлекает, он бегает как сумасшедший, да? И отвлекает моих черепашек на себя именно. А нам нужно с тобой как бы бомбить и этого. То есть тут Рокстеди не хуже, чем босс по хпшкам. Давай, 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 давай. Там Донни справится один? Нет, он сейчас отдуплится. Уже готов. Вот, Лео красавчик. Но он потратил свой суперудар, ребята, чтобы завалить Рокстеди. Смотри, Рафаэль взял инициативу, да? Оу! Я даже сам не успел, ребята, посмотреть, как мы его распетрушили. Так, здесь очередные панки. Очередные панки и опять же Рокстеди. Знать бы, какой персонаж может хорошо наносить урон именно по Рокстеди, я бы стал бы его прокачивать. Потому что он слишком часто здесь нам попадается в этой игре. Слишком часто. Так. Ага. Ну, у Рафаэля тоже вот этот пробивной удар красивый, да? Очень много наносит дамага. Как бы сквозной у него получается. Так, ладно. Опять Леонардо погиб. Что ж ты будешь делать, а? И Рафаэль погиб. И это несмотря на то, что у нас с тобой есть две поддержки. То есть пока мои черепашки бомбят их, да? Эти две барышни атакуют их массовыми атаками. И все равно нам не хватает как сказать, мощей, чтобы выжить. Вот, вот сейчас Лео хорошо сделал. Прям по бибопчику прошел со своими клинками. Рафаэль сейчас тоже неплохо задамажил. И опять Лео падает. Нет, так продолжаться больше не может. Надо либо качать Лео, либо я не знаю, что делать.
Может быть, то, что вот мои девчули слабенькие по атаке. Особенно вот Монализа. Вот она, ты видел, вот она бросает свою пробирку. Полная фигня получается у нее какая-то. Ее надо менять, мне кажется. О, дополнительная награда. Ну что, ребят, будем смотреть тогда. Ну что, награда у нас в кармане. И давай-ка, наверное, кого-нибудь прокачаем. Так, а что вот здесь вот такое? А, улучшить лабораторию до 10 уровня. Так, секунду. Опять у нас тут с тобой бесплатные награды. Так, подожди, там про лабораторию, да? До 10 уровня. А какая именно из них? Вот. 7, 8, 9, 10. Слушай, а есть ли толк от этого? Вот что-нибудь тут падает? Или это так просто для красоты? Я, честно говоря, не пойму пока. Клан Холл тут у нас будет. Воркшоп. Так, подожди-ка, мы же с тобой выполнили, да? Задание. Так, награды нам. Ох, как много-то. Что тут? А, сыграй 5 PvP битв. Можно я вначале вот с этим разберусь? С бибопчиком. А потом сыграю 3 PvP боя. Так, что же я хотел? Давай-ка я все-таки, ребята, с Эйприл. Вот. Новый скилл. Так, что он делает? Так, что-то 40 ускорений. Минус 40 к скорости и минус 40 к alertness. Твою же налево. С английским совсем не в ладах, ребята. Слушай, ну я, наверное, ее возьму. То есть она тут замедляет врагов, получается, и что-то броню им снижает. Сейчас мы проверим это все дело. Так. Возьму я вместо... Да, вместо Монализы. Просто, ребят, посмотрим. А вдруг зайдет? Вдруг зайдет, да? Правда, блин, 17 уровень, ну фиг с ним. Так. Ну все, все, все. Монализа, ты уж извини. Я тебя уберу. Она 21-го. Так, и глянем. Так, Эйприл у нас тоже, ребята, с бластером. Пока я не вижу, вот, вот. Так, она ведет репортаж. А, враг, враг, ребята, вообще в стане стоит. Она станет. Блин, по-моему, дела как-то не очень хорошо, да, у нас идут. Эйприл, конечно же, погибла. Слушай, но... Блин. Так, 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 так. Слушай, по-моему, нам с тобой придется вернуть, наверное, Монализу обратно в команду. И посмотреть, сможем ли мы здесь с тобой победить. Ну, в данный момент ничего хорошего не получилось. Но, опять же, ребята, это проба была. Сейчас посмотрим, и мы вернем Монализу обратно в команду. И посмотрим, есть ли от этого эффект. Может быть, из-за того, что просто она у нас слабенькая. Я имею в виду Эйприл. Ведь такое может быть? Может, конечно. Тут все-таки 21 уровень, а тут 17. Считай на 4 уровня. Давай проверим, протестим. Так, 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 так. Блин, они вдвоем, блин, на Рафаэля нападают. Что там такое? Ну, пока более-менее все хорошо. Опять Леонардо получает, а? Может, спринтера прокачать? Я уже не знаю, ребят, что делать. Ну-ну, оу, смотри, ребят, смотри, смотри, как плохо все. У меня... А как он так сделал? А как он так сделал, ребята? Он сразу одним ударом... Он, видимо, вот этот вот прыжок, который делал, сразу же уничтожил двоих моих персонажей. Сразу же. Так, сыграть 5 PvP битв. Это мы обязательно с вами сделаем. Здесь я ничего не могу взять, может быть. Не хватает, да? Опа. Блин, вот 4-звездочного героя. Прикинь, получить. Ты прикинь, как он будет вжаривать, а? Я уже просто представляю, что это будет за трэш. Так, давай-ка мы с собой экипировочку здесь влепим везде, где только можно. Где только она пригодится. Она больше, по-моему, нигде не пригодится.
Так, 137. Ну, Гена, ну ты вообще ни о чем. Так, значит, нам нужно с тобой сделать что? Битвы. Три боя мы еще с тобой должны, обязаны провести. Не имеет значения, выиграем или проиграем, нам нужно их сделать. Сейчас проверим. Кстати, я не посмотрел, сколько у врага мощей. Ну, Ирма, по крайней мере, присутствует тут. Видел? Вот она, есть. Так, подожди, у нас пока все хорошо. У нашего оппонента все намного хуже. Ирму мы сейчас разберем, они вдвоем. Тем более ее атакуют Рафаэль и Лео. Так, остается вражеский Рафик и Кейси Джонс. Ой, по красоте, друзья мои, по красоте мы тут их распетрушили. Мне понравилось. Так, ну что, давай тогда следующий с тобой бой зашпилякаем. Как говорится, на живую. А что это у нас за коробочка такая здесь? Не имеет значения, потом посмотрим. Так, Майки, Лео. Блин, жаба у него есть, вот эта вот. Жаба с кнутом. Опа, что там происходит? Блин, Рок, кстати, ну он жирный. Ты посмотри, какой он жиртряс, а? Мне кажется, он трехзвездочный персонаж. Может быть, даже четырех. Я вот не уверен, конечно, в этом. Но мои герои тут, ребят, получают звездюлей. Как бы это ни печально было. Остается три героя. Так, Лео там жабу эту заколошматил. Рафаэль упал. И вот остается Рокстеди со своим вот этим вот дурацким бегом. Он сейчас будет просто доканывать нас. Рафаэль вряд ли сможет с ним справиться. Тем более, как ты видишь, у него здоровья вообще маловато. А он тут жирный, конечно, кабан. Просто жиробас какой-то. Самый настоящий, ты посмотри, а. И этот пробивной удар его. Да, друзья мои. Вот теперь сижу и думаю. Но у меня-то нету. Так, мы проиграли, у нас сразу стало меньше, да? Поехали. Твою же налево. А там нужно сыграть было или победить? Так, тут кожеголовый. Да чтоб тебя, этот кожеголовый. Фиг его пробьешь, ребят. Ну посмотри, ну сколько у него здоровья. Если сравнить, сколько у меня, да, на черепашках, и сколько у него, тут просто офигенный перевес. Так, остается у него три самых мощных персонажа. Это Рафаэль, я смотрю, ага, кожеголового забомбили. Тут Рафаэль и Бакстер Стокман. Но здесь, по-моему, мы победим с тобой. Да, мы победим с тобой чудом. Я получил новое достижение даже. О, как. Окей. Здесь хорошо справились. Здесь никаких претензий вообще нету. Так, это у нас... Я на первом месте в рейтинге? Нет, это не я, по-моему, да? Конечно, не я. Какой я? Я на 19 месте нахожусь. Вот в данный момент где... Вот, на 20-м. А вот, ребят, награды, какие можно получить. Так, ну здесь мы с тобой сделали, да, задание? Еще. Так, что там у нас? Прокачать до 20 уровня. Это самая первая, да? Комнатка вот эта вот до 20 уровня. А? Сделали. Забираем награду. Так, увеличь уровень героя до 50-го. Тут до 40-го. Или 5 героев до 30-го. До 30-го 5 героев. Угу. Ну вот Рафаэля могу до 30-го прокачать. Так, Ирма какой? На Ирму не хватает. На Ирму не хватает. Бибомб. А тут больше ни на кого, друзья мои, не хватает вообще. То есть я могу только их прокачивать вот в таком плане. Так, тихо. А, это сплинтер.
Получается... А, вот, смотри, Мона Лиза. 22-й левел. Так, здесь мы что-нибудь... Мы же можем, по-моему, да? А, не хватает чуть-чуть. 874 у нас кубика этих. А нужна тысячонка. А здесь тоже же можно, да? Ну, давай так вот. До 20-го. Эть, не хватает. Ну что, будем пытаться с тобой наказать этого бибопа? Сложно, блин. Но нужно, понимаешь? Нужно. Есть такое слово, надо. Так что, поехали. Блин, у них еще преимущество. Помимо того, что раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть, а у нас пять. Твою ж, блин, ну посмотри какой, а, мощнявый. И Донателло, как всегда. Воу-воу-воу-воу. Слушай, главное, знаешь что, не давать ему сделать вот этот вот супер противный прыжок, которым он может сразу наказать несколько моих персонажей. Вот. А, тут еще один остался, я уже... Ну, блин, ну вот как вот можно так сделать, а? Ну вот как вот они будут вот сейчас побеждать? Вот это вот достал уже лезть. Все, трындец. Они не они не так делают, ребята, мне... Как тебе объяснить? Мне не нужно, чтобы вот Ирма там дралась, извини меня, с каким-то одним из преступников. Мне надо, чтобы она стояла сбоку и бросала свои пробирки, елки-палки, свои электрические фиговины. А она стоит, разбирается с этим придурком, который там мешает. Я никак на это повлиять не могу, понимаешь? И вот это вот меня раздражает просто. Вот, вот смотри, опять, Рафаэль тут один против всех. Донателло где там? Тоже, опять же, против двоих, блин. Плюс этот кабан еще тут, носорог еще бомбит. Сейчас Леонардо, как всегда, опять погибнет. Или Донателло, да? Вон, Мона Лиза уже погибла, ребята. Опять, смотри, опять он взял на себя ее. Повтор, это просто повтор. Один в один, ребята, бой происходит. Сейчас посмотрю. Ну, шатайте вы этого так хлыща, блин, ну. Так. Выживает только лишь Рафаэль. Ну, как сказать, выживает. Остается последним из бойцов. Нет, 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 это не Варик. Я не знаю, чего тут, чего тут нужно еще сделать. Как мне, извини меня, помочь им? Даже помочь не могу им ничем. А где можно получить мутаген? Вот, например, не могу я пройти дальше. И что? Вернуться я тоже не могу. Мне не хватает буквально соточки, да, чтобы получить 6-й уровень. Ивенты. Ну давай попробуем здесь, может быть, подраться. Твою ж налево. Что это за машина, я не могу... Че? В плане. Повар, мутация, это как? Как понять? Понятно. Немножко, ладно, сейчас смотрим, ребят, как мои тут подерутся. Тут у него вражеский Лео. В принципе, он сейчас... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, Донни уже погиб. А у них все живы, да, походу дела? Раз, два, три. Вау, у них сплинтер. Давай-давай-давай. Ну что он оглушенный там стоит? Блин, Рафаэля бедного там пинают моего, а? Е, мы выкрутились, по-моему. Сейчас мы с тобой накажем Бакстера. Давай, 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 пробиваем, пробиваем его. Ну, бросай ты там пробирки свои. Есть. Слушай, победушка здесь за нами. Ну, слушай, неплохо, я тебе скажу. Очень даже неплохо. Так, немножечко растут у нас, да, с тобой? Кубки, так сказать. Но этого как-то мало. Этого мало. Для хорошей победы этого мало. И вот соточку эту. Не могу прям ее. Надо как-то добыть. Как-то ее добыть. Так, ну что, дорогие друзья, давайте, наверное, на этом мы с вами закончим эту серию.
Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!